Ведь ситуация в республике стала основной темой повестки сегодняшнего заседания правительства. И стало известно, что до октября в Казахстане намерены вакцинировать 10 миллионов человек. Это практически все взрослое население. Об этом заявил премьер-министр. Аскар Мамин отметил, что формирование коллективного иммунитета будет зависеть от сроков проведения прививочной кампании. По информации главы Минздрава, в первом полугодии в республику планируют завести 6 миллионов доз препарата. Этот объем позволит привить 64% казахстанцев. В планах ежемесячно прививать по 2 миллиона человек. Для этого увеличат поставки вакцины в регионы. Ожидается, что до мая отгрузят более 2 миллионов доз. Больше всего в Алматы, Нур-Султан и Алматинскую область. В столицу завезут примерно 300 тысяч доз. Одной из самых низкообеспеченных по количеству вакцин остается Мангыстауская область. Порядка 40,5 тысяч доз. Еще меньше поставят в СКО. Самую минимальную партию направят в Атыраускую область. Отмечу, казахстанцев пока вакцинируют только спутником ВИ. Препарат двухкомпонентный. На сегодняшний день иммунизацию двумя прививками прошли более 72 тысяч казахстанцев. Порядка 195 тысяч привились первым компонентом. Больше всего людей провакцинировались в Алматы. Порядка 44 тысяч человек. Почти одинаковое количество, свыше 17 тысяч, привили в Алматинской и Туркестанской областях. Самые низкие темпы иммунизации на сегодня в западно-казахстанском регионе. Там первым компонентом препарата пока что привиты не более 4 тысяч человек. Стало известно на заседании правительства, что в ближайшее время в Казахстане откроются и передвижные прививочные пункты. В целом на сегодня по стране подготовлено свыше 600 кабинетов вакцинации.